Здравствуйте, друзья. Мы в даунтаун Санта-Крус. Сашенька, ты можешь мне сказать, кто эти... Что это за звери? Я понимаю, что людей этих ты не знаешь. Пойдем ближе. Что это за звери такие собрались в даунтаун Санта-Крус? Не знаю. Иди поближе. Так. Ну, ты хочешь пойти им там похлопать, там хай-файв сделать? На камеру. Нет, не хочешь? А ну, тут у них... могу, я камера. Ну давай, пойди. Сделай хай-файв, а я буду снимать. Давай так, по одному обходишь. Я стесняюсь. Как стесняюсь? Это ты такая взрослая пройти. Девочка. Ну тогда пойдем дальше. Тогда мы идем, друзья. Вот они. А, ты видишь, она ловит. Ловит. Играет с девочкой. Да, какие страшные роды ходят. Да. So what's happening here? Oh, we're just having fun. It's Santa Cruz furries. Ага, окей, окей. Просто прикалываются, значит. Знаешь, когда он начинает говорить человеческим языком, как снимается, да, все от того, да, что не поймешь, кто... Ну, пойдем тогда, ладно. Они эпатируют публику. Да. С детками, со взрослыми, видите, даже через окно вот там людей развлекает. Да. Знаете, и людей таких много, так вот, если бы не сразу толпа, так внимание бы не обратил. Так полно людей, так же выглядят. Обычные люди. Многолюдно, многолюдно в даунтауне. Воскресенье. Чего они тут все собрались, я не знаю. Нет, эти-то понятно, ну вообще. Ну мы гуляем, все гуляют, а чего тут хорошо? А ну это логично, если мы гуляем, чего бы и другим не гулять, правда? Именно. Ну хорошо, значит, ладно. Ты так узурпировал право на прогулку, только не сам. Нет, нет, ну как-то многолюднее, чем обычно все. Конечно, наоборот, нормально. Нормально? Хорошо. Сегодня в городе очень много запаркованных автомобилей, вот все улицы припаркованы, я не припомню, чтобы так... часто бывало. Вот человек играет на гитарке. Да. Да, ты что? Да. Ну, конец июля. Слушай, это мне напоминает что-то, Света. Сидят люди, в шахматы играют. Посмотри. Да. Пенсионеры. Да. Вот. Не надо. Какая разница? Важно, что они играют. Вот еще костюмы. Где костюмы? Еще идет целая толпа. Где? Вон впереди. Вот действительно, ты даже не заметила. Слушайте, действительно. Да. Тут такие тараканчики. Так. Друзья, там навстречу целая толпа. Значит, Саша, иди сюда. Мы сейчас будем им махать руками, а они будут махать нам. И все машут нам руками. Мальчики, проходим, девочки, проходим. Там девочки тоже, ну, есть. Девочки, все проходят. Все нам машут ручками. Друзья, нас приветствуют ряженые Санта-Крус. Но ты даже не заметил, да, что они ряженые. Говоришь, люди идут обычные. Светочка, да. Ну а я зато, потому что у меня все внимание на вас. Если кто-то, да, хочет мороженое, то... Я думаю, что мы хотим мороженое. Василий Ильич, посмотреть-то мы хотим? Давай посмотрим. Давай. Я думаю, что наши зрители тоже хотят, там чтобы мы посмотрели. Нет, так. Написано, тут целый магазинище такой. Пахнет кофе. Пахнет, я думаю, тут есть кофе. Пахнет тут изумительно. Пахнет просто изумительно. А, так. Вот тут шоколадочки лежат. Hey guys. Making choices. What can I get for you? I'm just looking around. Let her take a look. Yeah. Так. Ну вот так, вот так, вот, вот. Идем, прилавок длинный. Друзья, мы смотрим. Я думаю, вам нравится. Так, тут какие-то звезды стеклянные. Что, продается? Да, продается. 20 баксов. Какие-то вот вазочки. Понимаю. Так,
Идем дальше. Тут довольно странные предметы. Внизу вообще какие-то, не поймешь, чего насыпано. Вот тут шоколадные, поприличнее. Так, идем дальше. А тут, друзья, мороженое. Ой, такая. That's already eaten, yeah? People? Yeah, it's a lot. Can I help you? Just looking. Just looking? Yeah, okay. I mean, we are with a granddaughter, so she is a decision maker. Так. Вот, друзья, разноцветные мороженицы. Все уже посъедали. Зъилы, усё зъилы. Так, вот игрушки. Наверное, дети любят это. Так я подозреваю. Так, барная стойка. Ой-ой-ой, всякая потрава. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, друзья, страшно, страшно смотреть на это, на все. Да. Тут у них своя кухонька, они, может, что-то такое еще готовят. И тут какой-то фестивалец в переулке. В переулке. Давайте мы глянем, что там за фестиваль. Он небольшой такой какой-то. Я бы назвал это ярмаркой скорее. Пошли смотреть на ярмарку. А я все думаю, что машин так много нынче. Вот народ какую-то ювелирку предлагает. Так, с ювелиркой мы поняли. Обычно в таких местах покушать много чего есть. Ну так, как бы вот вы видите, сладка. Ой. Вот видите, прям так готовится. Вот сладочка, сладочка. Саш, ты хочешь такого съесть? Нет, идем дальше. Так. Тут съестное. И там съестное. Идем. Как-то мы попали в съестные ряды. Напитки. Напитков хочешь, Саша? Тоже нет. Идем. Привередливые у нас нынче детки. Не все подряд едят и пьют. Так. Место довольно специфическое для ярмарки, я бы сказал. Так, ну вот на самом деле тут и овощные такие ряды. Такая зеленая фасоль, перчики, клубника. Ай. Окей, окей. So what people do with that stuff, with cactus? The little things they have here uh-huh. is gonna hurt people. Yes, sure. And they make like they put it, they take it out everything, and they make like warashes and more green juice. Or, okay. Yeah. Like there, they make like. Over there. Okay. Okay. Thank you. Свет. Ты хотела лучку, не? Что ты? Не надо, ну идем. Это такое мексиканское, похоже, мероприятие. Вы видите, люди сидят на таких из сена кубиков.
три стакана. Хорошо. Вот шляпы отличные. Одежонка такая. Свет! Подержи камеру, пожалуйста. Как, нормально? Ну, нормальные шляпы, все, пойдем. Да, друзья, в чем пришел, в том ушел. Мы зашли вот в этот магазин эзотерический, а поскольку я был и есть в своей такой индийско-эзотерической маечке, вот вы можете посмотреть. О, Сашенька, давай я с тобой, мы будем вместе эзотерически двигаться. Поскольку я был в эзотерической маечке, они приняли меня за своего и как к родному, и спросили, нет ли у меня своей практики такой там и так далее. И в общем я у них был как за гуру такого эзотерического. Мы с Сашей пытались раскрутить пендул, маятник такой. Но у меня получалось, а у Саши нет. Но она еще научится, правда? Будешь пендулом крутить? Ну вот, как только ты скажешь себе зачем, тогда сразу начнет крутиться. Тогда появится канал, понимаешь? Да, оттуда придет вот сюда и будет проходить. А ты только разрешаешь ему это делать. Там ничего нет. Ну нет, значит нет. Значит, пендулом не у всякого крутится, Саша. Да, пошли. Да. Да. У нас там вышла. Есть. Да. У нас с Сашей вышла дискуссия. Она говорит, что моя рука крутила пендулом. Она говорит, я специально. Но дело же не в этом. Конечно, рука. Но вопрос в том, кто крутил рукой. Вот же вопрос. Тут что-то на каждом углу какие-то печеньки, куки, бутерброды. Вообще очень съедобное место. Но мы шли в Гэп, правильно, Саша? Мы шли в Гэп. Сашенька, объясни мне, что в Гэпе для девочки 11 лет? Одежда для девочек 11 лет. Все, вот это ответ, друзья, достойный мудреца. Идем. Ну и где? А мне казалось, что это для взрослых больше, нет? Нет. А есть какой-то Гэп для kids? Как он так, по-моему, называется? Gets for kids. А вот они, kids. Вон он. Да. Это для взрослых. А вон написано Kids. Видимо, Саша имела в виду вот эту часть магазина. Gap for Kids. Так. Да, я помню, когда Gap только возник, мы были в это время уже в США. Это был... Он уже был возник раньше нас. Нет, ты ошибаешься. Это был писк невероятный. Это где-то было в 90-е годы, я не помню. В середине. Дедушка. Да. Смотри. Так. Какое лицо? Что какое лицо? Ну как что за лицо тут? Да никак никакое лицо. Как еще? Ну, глаза и рот. Глаза, рот, ну и что? Так ты знала, другое Саша, лицо. Ты знала. Правда ты знала заранее, что он так сделает? Ну конечно. Да, друзья, вот ради этого стоило прийти. Так оно доброе, так злое. Да. А в чем разница между добрым и злым? Рукой провел? Оно не злое, оно... Мрачное, грустное. Оно... Рукой провел, друзья, в одну сторону веселый, в другую сторону уже нет. Так. Штанишки, товар такой детский. Мне вот эти нравятся, шортики вот эти. Они такие патриотические, а, друзья, плавочки, патриотические плавочки. Так, где моя Саша? Ты узнал
А у нее есть какой-то интерес специфический? Я просто так подряд все смотрю. Понял. А что, штанишки замечательные, девчачьи, смотри, Тони. Вот в этом, друзья, вот в этом можно увидеть американских девочек. Да. Вот они, детские моды-то какие. А носочки мне нравятся. Да, Свет, смотри? Носочки, такие. Носочки. Понедельник написано на носочках. Написано. Понедельник, вторник, среда. Такая неделька. А прикольно. Прикольно. Неделька. 25 баксов неделька. Вот какой-то модный одежный магазин. Написано 40% скидка на то, что уже и так было скинуто. Ну вот это вот... Что, на что скидка-то? Я не понял. Задница? Ну это чулочки поддерживает. А, это чулочки? Это в смысле вот это... Да? Упряжь. Да. Вот это. Понял. Вот тут их все много с чулочками. Смотри. Это очень крипи, что там. Так. Лица. Ну что, друзья, вот латте, кофе латте. Зашли мы в такое местечко, называется, Саша, как называется местечко? Пиц кофе. Светочка, почему мы зашли именно в этот? Потому что я не люблю Starbucks. Понял. Друзья, вы видите, ничто, ничто не происходит просто так. Поэтому отдадимся воле проведения, зайдем, куда жена приведет, и выпьем то, что хочется.